Быстрые шахматы или рапид отличаются от классических ограниченным временем. Победить соперника нужно за 10 минут с небольшим. Белыми играли победительницы турнира «Ход королевы», а вот бросить им вызов мог любой желающий из гостей церемонии награждения. Кроме этого, для всех участников соревнований были запланированы мастер-классы от ведущих гроссмейстеров мира. Их визит в Кыргызстан стал возможен благодаря поддержке Kumtor Gold Company. Юная чемпионка по шахматам Аяна Абаева с нетерпением ждала этой встречи. Хотелось бы узнать, что они делали, какой может быть их секрет, как перебороть себя и все в этом духе. Церемонию награждения совместили с презентацией общественно-благотворительного фонда «Женщины и шахматы». Фонд, как сообщается, займется не только развитием шахмат, но и будет поднимать такие вопросы, как равный доступ к образованию, а также расширение прав и возможностей для девочек и женщин. Как тема гендерного равенства связана с шахматами, объясняет управляющий директор ФИДЕ. Могу рассказать о своем примере. Я 10 лет была в политике, занимала высочайшие посты, министром экономики была, министром финансов своей страны. Это типичные мужские профессии, но те навыки, которые я научилась от шахмат, мне очень помогали в этом мужском мире, что называется политика, вот решение сложных проблем, способность видеть всю площадь игры, способность ценить время, уважать соперника, не забывать, что ты не единственный в этой игре. Это, ну, не только, это очень помогает в любых других сферах. В двухдневном турнире принимали участие юные игроки из нашей страны, а также России, Казахстана и Узбекистана. Шахматы – некоммерческий вид спорта, объясняет главный судья соревнований. Поэтому поддержка таких компаний, как Kumtor, особенно важна. Дети у нас очень талантливые, и когда такие крупные компании, как Kumtor, поддерживают шахматы, вкладываются в развитие детей, это очень важно, потому что в будущем все равно это как бы скажется на нашей стране. Сегодня Kumtor является не только флагманом экономики, но и социально ответственным предприятием, говорит внешний управляющий компании Тингиз Бултурук. Этим было продиктовано решение поддержать турнир. Данный вид спорта он поддерживает или воспитывает в детях уникальные способности. Это не только аналитические мысли, принимать решения правильные, выдержки, терпению. Мне кажется, еще дополнительно одна очень важная в жизни вещь – это сила воли. Осознавая, какое значение для будущего имеет подрастающее поколение, компания будет и дальше инвестировать в обучение молодежи, вкладывать в развитие интеллектуального будущего страны, заверил Тингиз Бултурук. Ранее Kumtor стал генеральным спонсором еще одного большого проекта – «Школьная лига» по развитию детского спорта в нашей стране.